третьего. И как там активность? Не сказали? Говорят, не особо, но были. И соседние, которые на Невском? На Невском тоже активно. Да, почему? Не подскажете, а есть какие-то наблюдатели, да, на выборах бывают? Ходят, контролируют? Нет, они просто... Любой человек может быть наблюдателем. В принципе, движение наше обещали прислать сюда наблюдателей. Именно в Петербурге? Наши. Вот, по крайней мере, вот, для 5 текущих просмотров, кто-то по камерам смотрит. Еще рано, выходные дни, конечно. Видимо, уже запись подключил тоже. Запись включил? Ну, а если что, смотрите, надо же фиксировать. У нас включенная работает. Мало ли что, можно эту запись использовать, да? Да, конечно, специально она будет выложена, если кто-то хочет. А кроме вот этих вот на... Нет, вас не видно вообще. Да? Очень узкий, очень лучший. А кроме организации нашей, никто не интересовался, да, наблюдением? Пресса обещала приехать, газеты всякие. Mm-hmm. Потому что приедут, освещать будут. Mm-hmm. Понятно, спасибо. А так волонтеры что-то как-то... Мы их приглашали по своему сайту, что-то никакой активности не вызвало наше предложение приехать пока проверить. Потому что вот такое вот у нас движение, как бы активность оппозиционная, как говорится, проголосовать можем, а вот работать... Пожалуйста, сами давайте. Так может быть доверяют, нет? Не может быть такого. Потому что наблюдатели... Понимаете, есть же много политических партий, которые не совсем заинтересованы в нас, в нашей оппозиционной деятельности, там, активности. Мне кажется, что они могли бы в полной мере попытаться сюда прийти, но может еще в будущем придут, как говорится. Может, еще... они понимают, что ничего не накопают? Странно еще. Да, я еще... Все еще впереди. Потому что, насколько я помню, на официальных выборах наблюдатели работали очень активно. Хорошо. Пытались найти нарушения. Да. Было что искать, насколько я понимаю. Да? А здесь как бы вряд ли что... Да, там более... Так, с другой. Да. Можно сказать, есть контингент оппозиции там присутствовал. Да. Сейчас они как бы себя контролируют. Да, сейчас они все поняли в тишине, типа наши ребята. Понятно. Провокацию не ожидаете? Ожидаю. Но готовы, да? Не готовы. Не готовы. Телефон 02, еще никто не от меня. Дать отпор. А кто будет душить его еще? А, у меня на вас. А, мне душить его когда отбиваться. Ага. Фонарик? Ну, свет пропадет. С помощью фонарика отбиваться? Нет. Отбиваться с помощью фонарика? Нет, вдруг свет погасит. Ага. Не слышно. Мешает. Вот подходит соответственно избиратели. Не знаю, может кто-то пока стоит, что там там. Там ничего. А, сейчас пока еще не работает, да? Не работает. Опять система не работает. Сейчас я позвоню, почему-то убирается, не вообще. Какие технические трудности сегодня целый день. Это Павел, который будет старше на этом участке. Здравствуйте, рука 78.02. Лицо снимаю. Причем нас интересует вопрос, там, как работает вообще сейчас система голосования, нас интересует вопрос, там голосование еще в нормальном режиме работает, все активно работает, что-то мы не можем зарегистрировать, как проголосовать. Ну, вот, это уж перегруженная репутация, да? Через пару часов просто народ сейчас
Так, а верификация работает без правил, без перебоя? Да. Слушайте, если не получается голосовать, что там будет? То можно просто верифицироваться и из дома попытаться голосовать. Потому что сейчас в голосовании там перегружен сервер. Пока что. Обещают исправить. То есть с утра уже такая вот. А почему перегружен, не говорят? Не говорят. Активность при голосовании или DDoS-атаки? Не уточнял информацию. Интересно, говорят, что в принципе на администрацию не писал. Взяли через 2 часов точно наладить. Такая вопрос. Кабинете происходит голосование, как вот это. Как вот здесь, там у них вот в таком месте происходит голосование. Так, давай. У меня 7. У меня 9. А третья РВК вообще? Я тебя, наверное, включил. Честно говоря, даже. А что, в третьем разве нету видео? Нету? Ну что, удалось тебе? Нет. Сделайте, да. Ну, давайте, да. Еще ладно. А, не с 10 часов там. Просто тоже выспался. Не, ну там якобы смотрю. А, третий там Киевлинский? Я к нему заходил, они сказали, будет 10. Они не ожидают большого количества людей. Говорю, слушай, там пресс-конференция, подходи, председатель. Он говорит, ну слушай, я не знаю, я наверное не смотрю. Ой, ну ладно, я тогда сейчас кончу, я тогда не буду голосовать. А ну она же как-то не секретарь, как он может быть секретарь. Она уже не выключи, как он входит. В Петербурге я поставил где-то. Мешает, ничего? Нет, не мешает. Ты что-то есть?
А то что-то в кармане греет, греет, там греет. Нет, по этим выборам, в день выборов, ну, прошли все. Да. Да, да. 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 Что такое?
Какая большая пауза, трансляция сейчас.